Сегодня у нас знаменательное событие, я считаю, очень важное. В храме, значит, установлен подъемник для людей с инвалидностью. Вот, учитывая, в общем-то, непростую ситуацию вообще с храмом, так сказать, как туда могут попасть люди с инвалидностью. Вот, Химки, ну, я с уверенностью могу сказать, один из немногих родов, кто этим вопросом занимается и решает эти как-то вопросы. Вот, поэтому сегодня вот как раз мы открываем этот подъемник. Все удобно, все электрический подъемник. И я думаю, что люди с инвалидностью будут с удовольствием им пользоваться. Вот. И это, конечно, большое спасибо от нас, во-первых, и застройщику, и руководителю администрации, потому что лично он этим вопросом занимался. Да, сегодня большое событие в жизни православного человека, вот, волею судьбы оказавшись в инвалидном кресле, в храме, в этом чудесном прекрасном храме появился лифт для инвалидов. Знаете, не так часто посещают церковные службы, но иногда душа требует где-то появиться в каком-то святом месте. Вот теперь такое святое место есть, потому что раньше была проблема. Если куда-то приехать в церковь, то это ступени, невозможно попасть, нужно искать людей, чтобы помогли. Занесли коляску, потом спустили, конечно, была проблема. Сейчас я спокойно подъехал, мне даже и служащих никого звать не надо. Заехал на лифте, помолился, поставил свечку, спустился, поехал домой в хорошем настроении. Сегодня очень радостное событие. Мы открыли подъемник для инвалидов, который как раз открыт вот в эти предпасхальные дни. И хорошо, что на Пасху каждый человек-инвалид может участвовать в богослужении. Ну, огромная благодарность компании «Крост» Алексею Алексеевичу, который пошел на... Была просьба главы администрации нашего города Владимира Витальевича Слепцова. И вот это такое совместное, так сказать, доброе намерение, оно сегодня реализовалось.